дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. Я очень рад приветствовать вас на канале ПАП. И в этом видео я вам хотел показать свой приз от компании Декатоп, который я получил за участие в конкурсе композиции. Не обошлось без чудес, и отдельное спасибо хочу сказать Александру Малетину, который так же, как и я, участвовал и победил в этом конкурсе на свой приз. Данный приз он отправил именно мне. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что же там за приз-сюрприз. А там ни много ни мало камни для оформления, которые называются Флорес 4 для аквариума от 20 до 50 литров. Самое интересное то, что в компании Декатоп все композиции, которые продаются, это набор камней, коряги. Они уже собраны в какую-то конструкцию, какую-то композицию конкретную. Поэтому очень интересно сравнить с фотографией то, что пришло. Я думаю, это будет интересно не только мне, но и тем, кто только собирается заказывать продукцию в компании Декатоп. Thank you.
даже затратив небольшое количество времени, получается вот такая вот красота. Фактура камня очень интересная, мне она очень понравилась, действительно, как и написано, то, что она напоминает окаменелое дерево, хотя это вулканическая лава такая, сделанная слоями. Видно по количеству камней, ну и в принципе по оформлению, приблизительному, конечно, я не стремился сделать точь-в-точь похожее, так как на фотографии, но даже так видно, то, что все камни, которые были указаны в фото, те камни и пришли, конкретно те же камни и пришли. Это, конечно, очень радует. Спасибо компании Декатоп, спасибо Лабутову Олегу за такой приятный подарок, за такой приятный сюрприз. На этом у меня все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчик вверх. Ссылка на компанию Декатоп будет под этим видео. А у меня на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале ПАР.